Всем приятной жизни. С шашлыком мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 5. Так, а замок полностью у меня... А, нет. Тренировочные залы. Дайте вот этот гарнизон еще латников тоже загрейдим. Так, красный игрок ходит. Блин, с камнем, конечно, беда. Так, ну а что нам серу можно обменять? Там 3 камня, допустим. Вот эти кристаллы можно обменять тоже на 3 камня, допустим. Вот. Ну и дерево там сколько. Да блин, все нафиг обменять. Хотя мне, наверное, сейчас... А, ну там дерево не надо было, этот город каменный. Да я хочу вот эту штуку поставить, этот гарнизон. Вот, потому что тренировочные залы мне пока точно не нужны. А вот гарнизон хочу поставить, чтобы вот этих поднять. Вот, все. Так, все, все войска у нас загрейжены теперь более-менее. Так, ну новая неделька еще не скоро. Замечательно. О, вот, блин, а надо же было бы еще бы это мне. Колесо умений открыть. Ну ладно. Колесо умений пока пусть подождет. Как говорится. Так, конюшни. Конюшни конюшнями. Так, ну чё, куда пойдем? Пойдем, наверное, у нас тут особо есть. Ну вон, вот тут вот еще что-то можно подзачищать. Наверное, в ту сторону пойдем. Тут пусть чувак тогда стоит на башне. Ой, точнее, на торговом посту. А это самое торгует. А мы пока пойдем туда. Поборемся тут с лучниками. Эльфийские лучники хотят присоединиться. А чё бы не принять 50 лучников? Я, правда, не помню, как они тут с моралью это, но 50 лучников эльфийских — это всегда круто. Кстати, камень есть. Камень, кстати, это даже очень даже хорошо. Эй, не туда. А тут вот еще вот эти чуваки, может, они тоже присоединятся? 11 чемпионов. Блин, что-то все стали цепляться. Давайте сгоняем. А вот тут вот еще латники есть, слушайте. Давайте, да, подзачистим, короче. Сейчас пройдем, подзачистим. Что, я не подзачищал еще? Вот, люблю я все зачищать, заодно прокачаем себе там уровень или что. Преследовать. Отлично, без потерь, замечательно. Так, а сколько у нас 7000 опыта еще набрать нужно, да, чтобы апнуться? Так, ну, естественно, берем денежки. Я так понимаю, следующий уровень, он уже будет для нас последним. Ну, в смысле, на этой карте, видимо, будет ограничение. Ай, минус один, а чё такое? А чё так? Ну ладно, давайте этих попреследуем, даже если у нас там... Я думал, эти штуки только всегда бонус дают, а оказалось нифига. Так, вот тут вот ещё горгульи тоже камушек охраняют. Камушек — дело такое нужное. Погнали горгулей преследовать, естественно. Так, отлично. Берем денежку. Замечательно. Замечательно. Так, вот этих латников я еще хотел теперь разобрать. Давайте мы их разберем. Хотя вообще можно уже, наверное, смело идти. Идти выносить. А что у нас вообще по заданию-то осталось? Очистить местность от вражеских лазутчиков. А, лазутчики Инферно. То есть, ну это вот как раз, видимо, вот этот красный герой, нам надо его пойти убить. О, латники прицепились. Вот я так и знал, что они прицепятся. Так, вот тут вот еще чуваки. Там, кстати, еще какой-то артефакт. Тоже надо артефакт этот занести. Пронести и вынести. Преследовать. Всех мы преследуем.
Ожерелье кровавого когтя. Кстати, вот еще камни. Камни нам очень даже пригодятся. О, 7 камней, шикарно. А что, тут нет прохода? Ну ладно, давайте сгоняем последний раз в замок. Сделаем там, что мы там хотели сделать. Вот, побежали, побежали, побежали. Неделя беспокойства. Так, хорошо. Побежали, побежали, побежали. О, конюх, как раз мы на новую неделю пришли. Так, сейчас я загрейжу тех, кого можно вот так вот. Сейчас мы купим, соответственно, всю армию. Ого, 33 тысячи. Блин, а давайте, наверное, мы тогда этот... Кстати, а ты уже не налогоплательщик, да? Эти уже ополченцы, они уже не крестьяне. То есть только крестьяне бабулесик приносят. Эти уже не приносят бабулесик. А как мне посмотреть? А, 5932? Вообще странная цифра. Честно говоря, ну ладно. Так, что мне надо, чтобы вообще построить этот штуку? Не хватает 5 серы. Одну серу надо всего-навсего, и все. Чувак, одну серу тут натархуй. О, одна сера. А, тут вон еще зал героев можно построить. На 40% в течение недели здесь можно подготовить только 20 существ. Так, еще 5 серы. Ну ладно, давайте на следующий день мы их это самое подготовим. Так. Еще 5 серы надо. Блин. Раз, два, три. Так, 5 серы есть. Ставим эту штуку. Так, а теперь как это работает? Дайте почитать. Зал героев поддерживает особое умение подготовки и снижает цену подготовки на 40%. В течение недели здесь можно переподготовить только 20 существ. Тренировочные залы позволяют использовать особое умение подготовка. Герой может подготовить из войск низшего звена, войска высшего звена. В течение недели здесь можно переподготовить только 7 существ. Так, а я не могу, что ли? Или как? А, вот. Вот это подготовка. А, то есть я не могу на самом деле. Грифонов не могу тренировать. А кто? Латники в лучников идут? А ну-ка, подождите. Shift. Shift. Давайте-ка... Сколько там было? 7, да? Или 20? Давайте 20 попробуем. А, вот, 20 существ. Подождите, я что-то не вдупляю. Лагерь воинской подготовки позволяет вам из войск ордена порядка низшего уровня создавать войска высшего уровня. Этот лагерь могут использовать только герои-рыцари. Так что мне их сюда, что ли, перенести? Нет. Латники, а чё я... А кого? Крестьян, может быть, можно? А ну-ка. Ладно, давайте хотя бы... О, 4 этих могу, слушайте. Вот лучников могу, может быть, много я их? А ну-ка, давайте 6. Не, этих нельзя. А эти в кого идут? Так, ладно, давайте одного этого. В кого ты превращаешься? А, крестьяне в лучника идут. А лучник уже идет в этого, видите? А этот уже никуда не идет. То есть вот такая система. Все, понятно. Ну, а тут мы, естественно, загрейдить можем. То есть, понятно, я могу из крестьян поднимать 20 лучников дополнительно. Не, ну я этим воспользуюсь. Только сейчас, я так понимаю, у нас уже осталось 19, да? Делить. Это существо невозможно... Блин. А почему? А, 18 существ, я же два раза поднял.
не 20, а 18. О! Все, окей, а теперь мы его грейдим. Вот так это работает. О, ровно до 200. Ну, кстати, раньше вроде бы вообще ограничения не было. Что-то сейчас только 20 существ. Раньше, по-моему, люди, у них только с бабками. Если проблем с деньгами нет, люди там вообще все поднимали нереальное количество армий. А сейчас видите, как сделали. Сделали интересно, в общем. Так, пойдемте, вот тут вижу говнюка, пойдемте воевать дальше. Кстати, а какой у меня 17 уровень? А что у нас тут? Плюс 1 урона всем существам. Вот это, кстати, хорошая ожерелка. Искусственная магия, искусственное лидерство. А, ну у меня, в принципе, еще 2 слота есть. Я, правда, вот не помню, что мне там еще надо брать в этих топовых. Ну ладно, пофиг. Пропустим ход покамест. Побежали. Пока мы пропустим ход. Надеюсь, получится у меня взять топовое умение. Ну, хотя, наверное, не получится. Но у людей оно не такое, на самом деле, мощное. Преследуем. Так, снесли этих чуваков. Опа, тут личи стоят. Зачем здесь стоят личи? 8. Ну, наверное, без потерь не получится. На хлебушек. О, спасибо. Так, основы. По-моему, вот глухая оборона мне нужна. Ай! Ладно, сейчас посмотрю. Блин, опять из двух частей видос придется собирать, но ничего страшного. Так. Глухая оборона нам действительно нужна. Сейчас посмотрел в колесе умений. Берем ее. Да, вот он, предел развития, я так и говорил. О, 34 арбалетчика зацепили. Ну, нормально, чё. Потеряли лучников, зацепили арбалетчиков. Нормалек. Так. Давайте пропустим ход. Давайте пропустим ход. Текс. Погнали тогда сюда теперь. Посмотрим, кто там живет. То есть, я так понимаю, здесь вот это вот тупики, да? Видите, такие, как бы они тупиковые совсем. А, тут тоже тупик. Тут тоже тупик. Ну, пойдемте тогда куда-нибудь туда. Сейчас найдем вражину. Найдем вражину. Так. Удача и этот. Апнулись. Что-то тут ничего нету. Как-то совсем. А, ну я так понимаю, сюда можно идти. О, вот. Вот эти архидьяволы. Вот я так понимаю, их мне надо убить. Всего 6, 2 грифона. И все, это вся миссия. Ага. Стоило уничтожить лазутчиков, как появился настоящий враг. Моей армии не помешает еще одна победа. Вперед! Слава грифону! А, нет, задачи обновились. Я-то думал разгромить вражескую армию. Ну, я так понимаю, она где-то вот там вот, да, дальше находится. Победа! О, ну давайте я такую мощную битву сам проведу. Слушайте, просто интересно, а то мы как бы и не дрались, получается. Кстати, а этот же чувак, он может вот так вот удар с небес делаем, и вот по этой, например. Он улетает, и он потом ее клюнет. А у этих чуваков, у них, видите, вот отсюда они 140 бьют, а так 157. Но я думаю, нормально, хотя, может быть... Ладно, давайте вейт пока сделаем. Этот спер у нас ману. Блин, кстати, что касается героя, давай молитву.
молитва тема хорошая. Так, вот эти вот чуваки, блин. Ай, 38 лучников спер. Так, ладно, погнали вперед. По тем прилетит? Давай по вот этим чувакам. Во, нормальдис. Так, ты теперь заново ходишь. Ну давай, 161, добей. Нет, только 148. Вот этот говнюк что кастует. Я вот это вот... О, 208 убили, здорово. Так, ну давай, подходи, крестьян. Во, грифончик прилетел, нормально? По-моему, очень даже ничего. Блин. А, тут эти ши... А как они пришли подкрепление? Этот же помер. Вот в шестой части, там, если ты убиваешь основной отряд, то подкрепления не приходят. А в пятой, видите, нифига. В пятой даже если... Ну, давай тут надзор повесим. На лукарей. Так, 7-9, 7-11. Давай 11. 9. Ну, нормально. Так, кто курица ходит? Давай клюй сюда. Не, ну мы, конечно, победили, но как-то оно не совсем так, как я хотел. Мы победили. А, 62, ты убиваешь. Один. Давай, герой, добивай. Последний удар за героем. Так, и чё? А, еще 220 этих говнюков, а я про них вообще что-то не... Они стоят, не ходят. Я как-то и не это. Блин, надо было, ну ладно. Я как-то и не туды. Сохранение сохранено, то есть автосейв прошел. Так, отлично, мы победили этот самый. Откуда здесь армия демонов? Ведь бои идут далеко отсюда. Что им нужно? Моя королева, письмо от короля Аларона. Он посылает нам два легиона танцующих с клинками под командой Фейдаэна. Фейдаэна? Я видела его при дворе, он дипломат, а не воин. Но это лучше, чем ничего. Отлично, Беатрис. Империя тебе благодарна. Моя жизнь, служение вам, моя королева. Сэр Томас, выступаем на рассвете. Эльфы посылают нам войска. Ура! Слава Грифону! Да, слава Грифону. Так, замечательно, мы прошли этот самый, прошли еще одну карту. Давайте я тогда на этом как раз этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.